Приветствую вас, ребятишки. Так, нам, значит, нужно вернуться на транзитную станцию теперь каким-то образом. Лифт не работает, но мы там порезали газовым резаком кое-какую хрень. Да. Кстати, теперь перед нами тоже много дверей будет открываться, потому что газовым резаком часто, помните, можно было что-то открывать плазменным и газовым. И вот уже один из них как бы есть. Блин, братишки, кишки аж вывалились, а. Бедолаха какой. И да, видите, у нас все сейчас так неплохо, реально, дела идут. Единственное, конечно, что не очень хорошо у нас на данный момент, это то, что у нас фонарика не очень много, да, как видите. С фонариком у нас проблемы. Но зато со всем остальным у нас, да, со всем остальным у нас очень даже неплохи дела. Рипли, это Уэйтс. Линия заработала, мы вас ждем. Езжайте без меня. Тут проблемы, я не смогу вернуться быстро. Подождем. А Тейлор? Не ждите, я догоню. Как скажете. Так, они позже поехали лечить Тейлор, а мы будем сами добираться. Спасибо, кстати, что ты сообщил, то, что линия заработала. Без тебя мы бы, блядь, никак не догадались, да? Прям самый настоящий капитан очевидность. Мы ее только что сами запустили, он нам рассказывает то, что линия заработала. Придурок, а? Так, жетон какой-то. Вообще, жетоны я даже сам не знаю, зачем я их собираю, по правде говоря. Да. И еще предметы, да, тут вроде бы как есть физика, помните, ты ходишь, допустим, там эти мусорные бачки, они типа как двигаются, да, а что такое, а, щиток. Да, мусорные бачки, они типа как двигаются там, и ты из этого шум создаешь, на который ориентируется чужой, но вот в то же время, видите, допустим, вот кресло на колесиках, то есть, да, и оно, видите, как будто приварено к полу, то есть ты вот пытаешься его двигать, ему насрать. То есть вот физика здесь тоже такая своеобразная. А что этот щиток, что тут можно открыть? Давайте посмотрим, так может что-то есть интересное. А, тут только очистка воздуха, ее можно отключить. Понятно. То есть интересного ничего нет. Хорошо. Что ж, давайте-то почитаем, о, вернее послушаем, что тут. Шинка, нам нужны припасы. Берите все, что найдете и у кого найдете. Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Там мы сядем и будем ждать помощи. Ребята сейчас заваривают вентиляционные люки и вырубают лифты. Надо выстроить оборону как следует. Людей больше не берем, а вот еду, воду, лекарства и оружие, пожалуйста. Чтобы выжить, мы должны забыть про жалость. Да. А еще эти записки, аудиозаписи, они очень почему-то тихие. Они, по-моему, и на видосах очень тихо отображаются. Но это не моя проблема, у меня звук... А звуки игры типа на максимуме стоят. То есть, блин, я уже не знаю, что делать. Да. То есть, сорян бы, чуваки. Может, из-за того, что пиратка, у меня со звуком какая-то хрень. Так, ладно, тут больше делать вроде бы как нечего. Поэтому давайте так, удерживайте правую кнопку мышки, нажмите. Хорошо. Давайте рачком, потому что... Ну, единственное, вот я же чуть-чуть-фу, но вот пока что-то чужого не видать, да. Вот прям странно немножко, но вот факт остается фактом. То я же, он реально за нами чуть ли не по пятам ходил, от него прям продыху не было, это прям посмотрите. Тишина и покой самый настоящий. Но уже как-то привык я раком ползать в этой игре, давайте так и будем продолжать делать. Ну, вроде, вот это же мы походу уже у транзита... У транзита какие-то люди, осторожней там. Ну да, это мы уже у транзитной станции, кстати говоря. Так, до транзита, до жилой зоны Соломона нам нужно добраться. Да, мы уже походу на транзитной станции. Честно говоря, почему Рипли им сказала, чтобы они меня не ждали, непонятно, потому что... Да, потому что вот, пожалуйста, мы спокойненько себе добрались буквально за пару минут. А что он говорил, что какие-то люди у транзита, вроде бы я никого не вижу. You always know a walking Joe. Ты всегда знаешь работающий Джо. Такой тоже шаблон, стереотип, да, вот в какой ты хоррор не играешь, или даже фильм там хоррорный смотришь, все время будет эта хрень, то что
надписи на стенах. То есть, знаете, вот прикиньте себе, типа такая ситуация, что... А, или они сейчас в самом поезде будут, эти придурки. Да, такая ситуация, типа, вот, бродит какая-то тварь, все плохо, и люди больше ничем не находят заняться, кроме как расписывать стены какими-то пиздоватыми надписями, да? Да нет, тут тоже пусто. Про каких людей он говорил, непонятно. А, это инженерный сектор, нам не туда. Вот еще как выкупить, какой именно транзит тебе нужен, да? Мне нужна эта Соломон станция, вот где-то увидеть. Тауэрлинк. То есть там тоже Тауэрлинк написано. То есть, да, непонятно, где какой транзит, вот какой, который тебе нужен. Вот как догадаться, да? Может, он нашел, где еще поживиться? Или даже... Блять, я хотел дождаться транзита, а потом дымовуху бросить. Да, люди такие есть. И опять-таки немножко ебанутые, как видим, да. Ну, по крайней мере, мы сохранились. Так, значит, мы знаем то, что нам не этот нужен транзит, нам нужен, походу, второй. Ну, дымовуха тут, наверное, нас не сильно спасет, да? Нам, наверное, нас, наверное, тут спасет. Ну, давайте вот что. Давайте вызовем. Потом спрячемся где-нибудь вот здесь вот. А там уже... Лучше было бы, конечно, дымовой шашкой здесь разобраться. Потому что это, пожалуй, из всех наших вещей самое бесполезное, да? Все-таки ШГ более-менее хорошая, коктейль Молотова — это вообще топыч. Может, он нашел, где еще поживиться? Или даже способ отсюда выбраться? Или сегодня мы, наконец, закроемся в жилой зоне и будем спокойно ждать? Если услышишь всякие шумы, можешь начинать молиться. Ой. Приехал. Осторожно, там кто-то. я рановато начал бежать. Просто да, были бы у них патроны с собой, было бы нормально. А так получается, ты сейчас их поубиваешь даже, да, там потратишь какие-то вещи. А взять с них нечего будет. Так бы хотя бы револьверов замутили, бы не так было, было обидно, да. Ну а так, ну реально, ну что делать? Написано R положить, удерживать, а вот. Ага. Ой. А это что? Тебе здесь не рады. Так, надо подумать, как нам в этой ситуации разобраться. Пока ты не вызываешь, они не появляются, это я понял. Поэтому время на подготовку у нас есть. В общем, вариант, надо подумать, что сделать. Тут есть какой-то щиток, может быть, свет как-то вырубить можно, а? Да нет, щитка не видно. Можно спрятаться вот там вот. Блять, клей чуть бы они проебали, прикиньте, ребята. Без клея я не пойду, да. Клей, кстати, реально классная штука, просто на самом-то деле он почти во всем нужен. Слушайте, мы ШГ можем еще один сделать, а? Может быть... На него надо вещество Б, жалко его тратить на такую хрень. Так, свет не вырубается, к сожалению. Но можно спрятаться в шкафчике. Давайте, наверное, так и сделаем.
Ну, транзит мы, походу, правильно вызвали, потому что, видите, когда ты его вызываешь, люди появляются. Может, он нашел, где еще поживиться. Когда первый вызывали, то не появлялись же. Или сегодня мы, наконец, закроемся в жилой зоне и будем спокойно ждать. Ого, их аж трое, кстати говоря, многовато. Ого, четверо, нихуя их тут. Погодите, я что-то видел. Во, живая башня Соломон. Все, поехали. Потратили, правда, одну дымовую шашку. Я даже и не знаю, честно говоря, может быть, не стоило. На то и, может быть, можно было кота и так пробежать. Но все-таки оно их как-то отвлекло, видите. Они там что-то заорали, может быть, это и сыграло свою роль. Да и, в принципе, повторюсь, что дымовая шашка на деле, видите, в принципе, так, встретить этих чуваков надо, да. На деле это реально очень-таки бесполезная штука, на самом деле. Вот электромагнитная мина, коктейль Молотова, да, вот звуковой генератор, это хорошо, а то хрень полная. И клей даже забрали, вот что еще хорошо. Выход галереи Соломон, штабу службы безопасности и жилой зоне. Добраться до бюро СБ. Что такое бюро СБ? Давайте сначала, перед тем, как сохраняться, тут походим, может, мы еще что-то найдем. Видим, это клей нашли, да. Потому что ты сейчас сохранишься, потом нельзя будет сохраниться. Поэтому давайте, наверное, сначала все осмотрим. Если тут чем поживиться. Да-да-да-да-да. А потом уже... О, пожалуйста. О, патрон для револьвера, между прочим. Вот у нас уже два патрона. Ну, два патрона лучше, чем один, правильно? Хотя, конечно... И два там особо не навоюешь. Ну, хотя против людей поможет, да, против робота не поможет. Там на него надо всю обойму, и еще и бывает даже молотком надо добивать. Ну, вернее, этой штуковиной, каким-то ключом или чем мы там деремся, непонятно, честно говоря, толком. Но все же, все же. Так, теперь можно и сохраниться, пожалуй, да. Хорошо. Так, значит, там у нас тупик. Да, там идти некуда, у нас только один вариант, прямо. Либо в этот туннель, либо в этот. Давайте, наверное, в этот, мне правый больше нравится. Рипли, мы в штабе службы безопасности. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Отбой. То есть Рипли вам тут жопы спасает, да? Вам в паду пойти встретить человека. Гениально, блин. Да не надо мне ШГ, ребята, да. Револьвер, револьвер, блин. Так, кипаут. О, можно пройти. Вроде тут зеленый горит, блин. Я думал, можно будет пройти. Я люблю в играх проходить в двери под с надписью Keep Out, да? Это в жизни я бы такое бы увидел, я бы никогда бы туда не полез. А в игрухе можно повыебываться. Устройство не работает, да? Слушайте, опять вот кто-то по вентиляции ходит, звуки слышны. Давайте, наверное, отряхом подальше будем вот так вот ходить лучше, да? Рачком. Так, все-таки как-то... более спокойненько. Кстати, он даже сказал, как нам пройти в эту хрень, а я ее как-то так прослушал уже и забыл даже, куда нам идти. О, андроида кто-то нарисовал. Так это карты, да? Обновить карту, обновить карту, но нам в этом резона никого нету. Так это что такое? Fuck the marshals. Кто-то не любит совсем маршалов, видите? Блин, я даже такую нашел, спрятанную сундучок, а там все равно ничего не было. Но это скотство самое настоящее. Так, спокойно, спокойно, теперь все будет хорошо. Вы знаете, что делать. Так, нам, значит, туда надо, видите? Если что, да, там, где факт The Marshals, нам туда надо. А, ну да, вот колониальные маршалы. То есть нам по сюжету нам нужно туда. Давайте сначала все осмотрим. Неожиданно, находишь сундуки, и что не сундук, получается, то пустой. Это капец. Дали бы мне вещества Б, чтобы у меня уже было две коктейльки Молотова.
Вот с двумя коктейльками Молотова я бы, честно говоря, даже уже так чувствовал бы себя в безопасности. Ну хотя, ну знаете, в чем прикол? Я-то ведь ими пользоваться буду только в самом крайнем случае, потому что сделать их не так-то легко, да? О, еще патрон для револьвера, отлично. Ну да, прямо скажем, сделать их не очень-то легко, эти коктейли Молотова. Естественно, что тратить я их буду только уже тогда, когда ну совсем полная жопа, и других вариантов я не буду видеть. Да. Поэтому, с одной стороны, это вроде бы даже затарился, казалось бы, да, там, типа, как замутил себе какие-то вещички, но по факту получается, что ты как был нищебродом, так и остался, грубо говоря. Да. Так, тут еще что-то у нас есть. Сейчас бы, по правде говоря, я больше всего бы обрадовался все тем же батарейкам к фонарику, если честно, потому что патроны к револьверу, это, конечно, тоже хорошо. Вот три патрона это лучше, чем два, и тем более, чем один, но вот у меня совсем все плохо с батарейками, да. Без фонарика, повторюсь, в этой игре остаться это полная срака, и поэтому я бы больше всего бы этому бы обрадовался. Так, как мы там шли, я уже забыл. К этим маршалам, тут мы вроде бы все осмотрели. А хер его знает, я уже и не найду теперь этих маршалов, посмотрите, а. Блин, вообще свобода такая, даже бегать можно, видите, чужого нету, можно делать вообще все, что хочешь, прям удовольствие одно играть. А, вот оно, да, вот. Ну, давайте возьмем, в принципе, тут и так светло. Да, толку от этого никакого, ну ладно. Опять пусто. Запертая дверь. Все разваливается на глазах. Тут тоже ни хрена нету. Угу. Это ты? Ты включила транзит? Здорово! И чё? Так, давайте-ка сначала где-то тут еще походим, посмотрим. Было бы неплохо сохраночку тут где-то найти, если честно. Но что-то ее не видать. Как Тейлор? Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмэйс. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квиты. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразуметь? Поговорить с ним? Так, поговорить с Марлоу. Ну, дают нам немножко так расслабиться, как видим, да? Походить, диалоги послушать. Если честно, я даже рад натуре этому, потому что... Бля, ты смотри, блин, у нас револьвером запасают прям по полной, не могу. Уже 4 патрона. Это Марло, я так понимаю, там сидит, да? Да. Аккумуляторы, кстати говоря, тоже хорошая штука, спасибо. Ресурсы так и прут. Еще всякие книжечки, ну интересного ничего. Кстати, кулинарные книжки Навального больше не вижу, да? Вот так мы книжки, как правило, по 2 встречаем каждый. А вот кулинарная книжка Навального, походу, была одна единственная в своем экземпляре, потому что больше я что-то там не вижу нигде. А это что за книжка у тебя тут еще? Home Fires Burning. Так, ладно, вроде бы все собрали, что здесь было, поэтому давайте сохранимся, пожалуй. Или давайте сначала еще с Марвел поговорим. Кстати, что там, рядом враг? Как тут может быть рядом враг, если мы в компании ребятишечек, да, наших, что называется? Как же тут рядом может быть враг, что-то я не понял. Да, давайте сначала с Марвел поговорим, а потом уже сохранимся. Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострома летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Я чую, ты что-то недоговариваешь. Что еще вы там видели?
Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Походу, надо было сохраниться, ребятишки, потому что, видите, нас куда-то телепортировало после диалога или что? Я-то думал, мы просто поговорим, а потом дальше что-то делать. Связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу, хотя с помехами. Давайте не спешите. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь, покажу? Извини, Хайзен, я микроскоп не схватила. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались, у нас важная задача. Вообще ништяк, а? Это можно сейчас будет себя почувствовать в шкуре типа одного из этих чуваков. О, блин, прям на планете высаживаемся, классно. Найти сигнал устройства слежения. Space. Ага, есть. Бостер, Микс, смотрите в оба. Есть. Стрелка указывает на вашу цель. Блин, классно, смотрите как, да? Так а что стрелка указывает? О, блять, она никуда вообще не указывает. Ой. Вот так вот и идти получается, или что? А, ну вот, видите, вот-вот-вот, ага. Чувак правильно идет, видите? Хотя сейчас упал сигнал опять до нуля. О, сейчас опять поднимается. Не, ну блин, правда классно, да? Ты, типа, на этой планете высадился, идешь на сигнал. Прикольно. Льюис, ты смог расшифровать сигнал? Нет, не знаю, что это. Ну и хорошо. Значит, это загадка. Загадки иногда очень дорого стоят. Может, наконец поймаем крупную рыбу? Может. О, ну сейчас мы точно идем на сигнал, смотрите, прямо зашкаливает там. Хотя опять начало падать. Как-то странно, да, оно типа идет-идет нормально, потом хоп, падает, да. Тут вроде бы и вариантов-то особо нет, куда идти. Пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Найти обходной путь мимо завала. Самому не залезть. Хайст, подойди, подсади меня. Это я, Аист, или как там он? Походу, да. Как тебя подсадить, братишка? Че, нихуя не пойму, что делать. Пойти мимо завала. Обнаружили маяк, подающий сигнал. Нужно найти источник. Так, найти обходной путь мимо завала. Так, а как его-то найти? Этот братишка вроде бы просил его подсадить, но видите, он ничего не подсаживается, непонятно. А, вот ты, блин, все понял. Сейчас, братишка. Давай. Вроде нашел проход, пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Ну блин, прикольно реально, прям чувствуешь себя таким реальным исследователем планеты, очень классно сделали. Мне нравится. Жив. Каким-то чудом. Путь назад отрезан. Буду искать обход. Погодка тут не очень у вас на планете, я смотрю, ребятишки. Нелетная, прям скажем, да?
Жалко, ускориться нельзя, он так медленно ходит, этот братишка прям вообще жучит. Погодите, я вроде что-то нашел. Что ты нашел, братишка? Тут тупик, ты не поднимешься, да. Нашел трещину в скале. Сейчас сорву, отойдите. Ага. Давай, шандарахай. Ну. Так я удерживаю правую кнопку мышки, а что дальше? Ага. Ну-то, видите, опять ноги видно, но вот они проваливаются, как правая, сквозь камень. За мной! Вот видите, опять нога провалилась сквозь камень, блин, ну это капец, конечно. Че ты стоишь, братан? На что ты смотришь вообще? Че, камня никогда в жизни не видел, что ли? Так а в чем прикол? Че они стали здесь? Че-то я не понял. Подойди, подсади меня. Ага. Ну давай. О, класс, блин. Блин, и корабль прям как в фильме тоже, да? Вот Прометей вспоминаешь сразу же, да? Бля. Не, правда, вот сейчас я супер ощущения получаю. Очень классно. Молодцы разрабы. Жалко только, видите, что нет такой возможности, чтобы еще на корабль сходить, да, там, походить, поисследовать. Это прям как в фильме, вот, то есть так, вырезанные кадры только. Вот он тебя просто телепортануло, да. Ведь мы опять что ли заново что ли начали найти источник сигнала? В чем прикол? Мы же уже такое делали. Я-то думал, мы дальше продолжим уже внутри корабля или уже вообще будем опять Амандой Рипли. А что-то в итоге не то, ни другое, да? Скафандр очень классно сделан. Тут, допустим, стекло по бокам и внизу такое грязное, да, со всякой хренью. И там такая даже картинка, типа, как размытая. То есть реалистично так тоже сделано. Вот очень он такой вот погружает. Тут атмосферно они очень этот момент сделали. Вот действительно атмосферно. Прям ты реально чувствуешься в роли этого космонавта. На самом деле. Прикольненько, прикольненько. Буделыч доволен, наконец-то. Смотрите на планетный корабль. О, ну класс. Прикиньте, вот в реале такое найти, да, это, конечно. Обзавидуешься этим ребятам. Конечно, участь их ждет, походу, не наилучшая, насколько я понимаю. Но в целом, вот, найти, конечно, что-то подобное, это да. После такого уже, в принципе, и умереть не страшно, пожалуй. Я бы многое отдал, чтобы сейчас оказаться на их месте. Класс. Что, собственно, ты хочешь здесь найти? Большой куш. Ну, правда, логика этих чуваков, ну, понятно, они тут еще типа бабло, да, какое-то, грубо говоря. Но, блин, вы влезаете в какой-то инопланетный корабль без оружия, без ничего, вы ж не знаете. Может быть, тут остались эти самые инопланетяне, которые будут не очень к вам дружелюбно настроены, да? Там все, что ты хочешь, может случиться. Это немножко нелогично, конечно, выглядит как-то. Вернее, даже глупо, я бы сказал. Там впереди проход.
Он-то выглядит заброшенным, да, все дела, но в целом. Господи. Ни хрена. Полегче на поворотах. Не повредите тут ничего. С ума сойти. Сколько времени это тут лежит? А там что? Рубка, если предположить, что это корабль. Вот он наш большой муж. Тихо вы. Что? Смотрите, как классно, да? Извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Не, ну блин, правда, вот в реальности все как в фильме, класс. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо заявить права на эту находку, пока нас не опередили. А если Дора не унесет такую здоровенную хреновину? Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Марлоу, наверх... что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Тут что-то тащили. Но это не все. Ты не обрадуешься. Что это? Следы ведут сюда. То же название, что на бортовом самописце. Острому. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Если тут уже кто-то... А как вы наверх сюда залезли, блин, братки? Если они живы, мы ни хрена не получим. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Найти аварийный маяк. Что это? Я ничего подобного не видел. Это не земное, точно говорю. Блин, класс, да? А, этот маяк искать как? По моей, этот, по моему этому прибору, да, или как? Жалко, нельзя к этому братишке залезть. Не, ну классно, я же вот в плане того, что вот именно атмосфера фильма, дух фильма, они передали, конечно, 100%. Вот эта вот сцена, она сама по себе вроде бы как скучная, не динамичная, ты даже бегать не можешь, да, ты можешь только ходить. Но и при этом сам геймплей очень интересный. Ну там какой-то вот проход вроде бы есть, или мы оттуда пришли, типа я вот что-то не помню. Блять, мы походу туда пришли. Ну да, 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 точно. Да, 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 вот так вот мы шли, мы вот вышли к этой хрени. Вот еще какой-то проход есть. Давайте сейчас эти проходы осматривать, наверное, вот это в одном из них будет маяк. Жалко, бегать нельзя, оно может быть реалистично, но, блин, замедляет, конечно, всю эту хрень. Причем я же толком ведь непонятно, где еще этот маяк искать. Да, аварийный. По идее, вот там вот, наверное. Сейчас, наверное, тоже попросим этого чувака нас подсадить, я так понимаю, да? Судя по всему. Ну да, угу. Давай, братишка. Да я подошел уже, чё ж ты машешь, давай. То у него работа такая, видите, все время меня подсаживает один и тот же чувак. Это, то есть тут каждого взяли по профессии, там один инженер там какой-нибудь, другой там уборщик туалета, а вот этот чувак вот конкретно, вот он, брали его на работу, чтобы он подсаживал нас, да, все время. Вот у него такая работа, ему за это деньги платят. Интересно, у него почасовая или вот за один подсест он деньги получает? Допустим, один раз подсадил, 500 баксов на карточку упало. Я бы, честно говоря, от такой работы бы не отказался на самом деле. О, свет какой-то горит, а. Мы сейчас прям как боль. Я нашел маячок. Сейчас посмотрим. Мы сейчас прям как боль на свет идем, да, отключить аварийный маяк. Яйца какие-то светятся, а. Чернобыльские яички-то, а. В чем дело, но маячок отключился. Марло, ты должен это увидеть. С ума сойти. Да, иду. Вернулся к подъемнику. Иду, братишки, вы там ничего не трогайте без Марвел, да. Без предводителя своего. Он-то знает, что делать-то хоть. Старший по званию, все дела.
Блин, а вообще прикиньте вот игру вот в духе вот этого чужого, но чтобы было вот больше свободы, да, вот прикиньте, чтобы ты реально высаживаешься на планету, можешь свободно ее исследовать, там вот так вот, да, находить какие-то вот эти корабли инопланетные, там, блин. Бля, это так было бы охуенно, да, вот он следит за своим скафандром, да, там как-то апгрейдить его, там, я не знаю, там, блин, что-то подобное сделать, это бы, конечно, была бы бомба. Так, а что я должен увидеть? Вроде бы ничего не происходит, только тренога это стало, да? Типа штатива, что-то такое. Прикинь, сейчас этот дядька проснется. Что это такое, пулемет у него или что, не могу понять, это станок какой-то, да? Это телескоп какой-то. А, вроде телескоп, потому что он для глаз вроде бы выявил, во всяком случае, похоже на то. Мне сюда подняться вы имели в виду, да? Что я там должен? Что я должен увидеть? Заебали. Использовать лебедку. Все заебумба говорит, а? Не, ну храбрости этим ребятам, конечно, не занимать, честно говоря. Но, с одной стороны, очень все интересно. Я бы сам выезжу, я бы поменялся бы с ними местами, блин, с большим удовольствием. Но, с другой стороны, вот сюда полез, я даже не знаю, я, может быть, бы и очканул все-таки. Вот, тут никогда не был, не знаю, что оно такое. Бля. О, это же эти яички, бля. Охуенно, блядь, охуенно. Охренеть. Сюда. Высоко. Блин, ну реально, даже этот туман синий, да, такой, в духе фильма. Ну, блин, бомбезно, бомбезно. Как они-то все передали, да, вот реально, вот как будто в фильме, это, конечно... Очень здорово. Дальше уже видеоролик идет. Ну вот дальше, конечно, им уже... Да-да, вот уже начиная с этого момента, я бы уже не хотел бы меняться с ними местами, да. Тут уже приятного мало. Ну вот опять-таки, да, вот надо быть полным идиотом, чтобы ты не знаешь, что это такое, да? Притом видно, что это что-то органическое, то есть ты все равно это не продашь, да, и начинает туда тыкать пальцами, ну, блядь, как будто им по 5 лет, честное слово. Вот что в фильме в этом плане логика героев была мне не очень понятна, вот что сейчас вот в игре, да, вот ты видишь какую-то неведомую хрень и начинаешь туда тыкать пальцы, ну, пиздец. Скажи мне все, где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. О, может мне сейчас какую-то пушку даст, как думаете? Бля, вон там что-то есть, смотри, пушка какая-то. О, взять огнемет! О, охуенно, блядь, охуенно. Так, еще один патрон для револьвера. Ну что ж, револьвера нам навыдавали, конечно, почти полная обойма, видите. Тут уже, к сожалению, пусто, да. То есть у нас 5 патронов в револьвере. Хлама немножко есть. Кстати, электрошок, оказывается, перезаряжается. Я даже не знал. То есть буква R тоже. Это, конечно, ты с чем-то батарейку вставляешь. Надеюсь, работает. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы. Пятьсот. Так его хватает, в принципе. Я, честно говоря, думал, что, знаете, на харде играем. Я думал, что у нас этого огнемета совсем мало будет. В принципе, 500. Ну, правда, мы же не знаем, как он тратится. Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжаете к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Так, в технобашню к Рикардо. Ну, давайте сохранимся уже, да. Да, мы, правда, не знаем, как он тратится, этот самый огнемет. Быстро, не быстро. Давайте сейчас мы как раз сохранились. Давайте проверим по-бырому. Просто интересно. О, а вон тёлка лечится, видите. А к ней попасть нельзя. А, можно, о.
Бля, охуенно. Ну, тратится быстро. Да. Технологии игры, конечно, поражают местами. Полтергейст настоящий. Смотрите, что творится-то, а. Так, а давайте чувака подпалим, блять, а. Ну, патроны быстро тратятся, да, вон, 82, то есть ты делаешь одну вспышку. 61, бля, это пиздец, да? То есть ты немножко поджариваешь, уже у тебя 0 огнемета, смотрите, да? То есть пиздец. Ой, его смотреть даже можно было, но я не успел. Да, его-то 500, но его реально, как видите, хватает там буквально залпа на 4, наверное, поэтому особо радоваться не стоит. Давайте сюда еще зайдем. Тут есть какой-то терминал, между прочим. Почитать можно будет. О! Это Рэнсом. Нам надо обсудить то, что случилось в госпитале. Да, ситуация жуткая. Понимаю, почему вы хотите разобраться с ней как можно быстрее и тише. Но я бы не советовал вам принимать поспешных решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи, Уэйтс, я все устрою. В конце концов, вы уже не молоды. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? В общем, подумайте. Мой номер у вас есть. Опять тут фишка с тем, чтобы оставить живых этого чужого и принести его на землю. Тоже и в фильме было. Тетка, ты как? С тобой побазарить нельзя, да? Так, к сожалению, пусто. А ёбнуть ее можно? Да, пиздец, да. То есть, я думал, что не будет засчитываться, кстати говоря, удары. То есть ее даже можно пойти там, блядь, можно прям поглумиться, да, тут прям можно издеваться над людьми, то есть она лежит, типа, дохнет. Ты можешь ее пиздить этим. О, шокером! Давайте ее ёбнем шокером, сейчас погодите. Блять, так я хотел ее током именно ебануть, блин, не дали, а? Ну, она какая-то больно, это, больно дохленькая, да, нездоровая, видите, здоровье слабое. Не деревенская баба, вот сразу видно, вот деревенская выдержала бы, блять. А тут легкий тычок, она уже и дохнет. Как его перезарядить? Я что-то раз перезарядил, помните, как-то раз даже. Нечего на меня так смотреть. Почему не перезаряжается? Странно, я хотел ее током ебануть. Ну ладно, давайте сейчас ее попробуем огнеметом. Бля, сожгли вообще нахуй, а? Пиздец. Ладно, хватит уже хуйней заниматься, да. Да, но огнемет сначала я, конечно, так обрадовался, а потом, когда понимаешь, что его там хватает буквально хуй да нихуя, да, то это, конечно, печально. Так, что мы там, значит, находили? А, тут был пустой ящик где-то вот. Он так и есть пустой, тут у нас ничего нету. С тёлкой поговорить нельзя, она себе лежит, отдыхает, ну пусть отдыхает. Включаем запись. Может быть, это какую-то роль просто играет, если мы это слышали, я не знаю, да. Ну, обидненько с огнеметом, конечно, блин. То я уже так себе в безопасности такой даже почувствовал, знаете, реально, кстати, коктейль Молотова, просто что второй мы даже скоро сможем сделать, да, посмотрите, то есть нам там не хватает совсем немножко. Да, еще думаю, огнемет, но бляха, как видим. Да, но, к сожалению, этого огнемета совсем на понты хватает, как видим. Ну ладно, давайте терминал еще посмотрим, что у нас в терминале. Может, это есть интересное тоже. Личное. Так, начало недели. Marvel, боеприпасы и вооружение различные. Плазменный резак 3-го уровня, несанкционированный. Так, ну я не знаю, зачем эту хрень читать, не будем. Общий недопустимый параметр. Так, аудио. О, давайте послушаем. Такое могло произойти в условиях карантина. Кто знает, что еще они к нам пропустили.
Пациентка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Немедленно приходите. Так, хорошо, утилиты пусто. Давайте еще раз сейчас сохранимся. Кстати, а можно поговорить с этим Уэйсом по поводу той аудиозаписи, которую мы прослушали? Вот тут еще куда-то можно пройти, смотреть. Правда, делать тут нехуй, да? Бля, мне батарейки, знаете, потому что я же все уже неплохо у нас, но с батарейками все совсем плохо, и было бы реально здорово бы найти хоть даже одну батареечку, но вот что-то не выдают скоты. С чуваком больше хварить нельзя. Стекло не разбивается. Тут мы все собрали, да. Давайте сохранимся. Да. Так, чувак, с тобой можно сейчас поговорить? Не, нифига, нельзя. Хорошо, по поводу пенсии поговорить. Тогда давайте валить. Да, этого Рикардо надо искать. Я так понял. То есть, пиздец, да, они сидят, нихуя не делают, а я тут должен, блядь, совсем разъебываться, называется, да? Нижний зал, добраться до технобашни Лоренс. А, это мне опять надо к этому, к транзиту идти, да? Тем более, что эти чуваки, типа, как и службы безопасности, то есть это их работа разгребаться с этим дерьмом, да, а они девку посылают тут разъебываться совсем, ну пиздец. Вы хоть огнемет дали, блядь, спасибо, который там на 4 залпа или на сколько? Особо не по огнеметишь, называется, да? Да. Рикардо идет перед вами. Сэмуэльса вашего я отправил в сервисный центр для андроидов. Когда разберемся с тварью, он как-нибудь заставит Аполло снять карантин. Сэмюэльс на это согласился? Ну, он предложил помощь, а у меня дел по горло. К тому же он андроид, ему это будет проще. Вам видней. Слушайте, Рипли, только мы с вами предотвращаем настоящую катастрофу на Севастополе. Настоящая катастрофа тут уже произошла. Теперь наша главная задача — убить тварь. Так, а Сэмюэльс — это, кстати, что, чувак, блин, а он, оказывается, андроид, я только сейчас узнал. Представляете? Вот это поворот, блять, я даже не знал, этих андроидов ненавижу, ебучие андроиды, а. Так, как нам попасть к транзиту? А что такое? Устройство не работает. Тут тоже мы не пройдем, да? Ну, единственное, что радует, что сейчас мы хоть можем дать по щам, что называется, этому самому чужому, пускай недолго, да, но можем, да, у нас есть и один коктейль молотого, и огнемет, то есть, по крайней мере, мы уже можем от него отбиваться. Но, опять-таки, делать мы будем это только в крайнем-крайнем случае, потому что, да, потому что особо там не понадбиваешься. Хотя, как-то любого Тома даже он еще один можем сделать уже скоро. Вообще, я когда читал описание к игре, там писали то, что оружие, револьвер, дробовик, огнемет. То есть, револьвер есть, огнемет есть, а дробовика что-то бы так и не находили. Просто огнемет, по идее, самое мощное оружие, я думал, что мы его в самом конце получим. Так, нам нужна технобашня Лоренс, правильно? Да. Вот да, вот как узнать, какой этот прикол куда ведет? Тут, блин, как-то не продумано эта хрень, оно никак не подписано. Они все подписаны Towerlink, да, и все. А, тут больше вроде бы никакой не работает, видите. Разве что вот этот вот еще. А, тоже, да, только один работает, значит, понятно, значит, он, по идее, будет правильно. Пожалуйста, не оставляйте. Да не оставим, не оставим. Мне оставлять-то нечего тут из вещей, да, я нищеброд. Кстати, интересно вообще, а как персонажи выживут, не выживут, потому что пока что... Все живые даже, да, все, кто шли. До научно-медицинской башни. Нет, так мне не нужна научная, мне нужна технобашня Лоренс. А, ты пока один запускаешь, видите, ты не можешь другие вызывать. Ага, теперь понятно. Почему кнопка не работала, я думал, типа, только один запускается. Ну да, вот это коттеджу, вот как догадываться, какой тебе именно нужен, непонятно, транзит, да? А, вот, 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 Destination Lawrence System Spire, вот. Да, вот тут, видите, Signed Tower, да, вот, понятно. Там Engineering Dex, да, вот инженерная какая-то хуета. Да, значит, мы вот сейчас правильно вызвали уже транзит.
Бля, вот только уже который выпуск, я только понял, как хоть разбираться в этих транзитах. Тут такая все как для людей, все подписано. Вот только бери да читай, да, а я, блядь, с катарактой своей нихуя не увидел. Ну ладно, бывает. Да. И прям даже остановки объявляют, прям как в метро, да? Вагон следует до технобашни Лоренс. Кстати, еще что прикольно, что этот транзит, как бы, видите, в свободном пользовании. То есть ты можешь идти по сюжету в эту технобашню Лоренс, а если хочешь, можешь, ну, вообще в какую-то там медицинскую хуету поехать. Видели, там было, то есть, при желании, да? То есть, тоже так необычно достаточно. Ну просто я резона какого-то особого в этом не вижу, потому что у нас с ресурсами все плохо, если там будут какие-то люди сердитые или все тот же чужой, я ж не буду от него отстреливаться, чтобы тратить припасы, да, я лучше поберегу их. Открывай, здесь, по идее, откроется, да? Нет, нифига, не угадал. Выход к центру связи Сиксон Телеком, службе техподдержки. Я в технобашне. Да я вижу, что много чего не исправно. Тут вообще все что-то сыпется, да, прям разваливается. А мы же вообще, по-моему, были уже в этой технобашне Лоренс, или не были? Что-то я так вспоминаю, что мы вроде бы здесь даже уже были, что ли. Так, есть щиток. Поживиться больше нечем, поэтому можно схряться. Так, а что щиток делает? Что там есть? Давайте посмотрим, там по приколу. Мало ли, душ, еще интересное. Система динамиков, нестабильная система. Зачем нам нужна вообще эта система динамиков, что она делает? И что за нестабильная система? А этот щиток точно такой же или какой-то другой? Бля, это неожиданно было, я... Нет, так просто правда, я уже, знаете, я уже так отвык от того, что этот чужой здесь бродит, что я уже начал бегать, то по хуях такой, да? А все, оказывается, со следующего выпуска, ребята, да, уже наши приключения опять ужесточатся. Вот порадовались, порадовались немножко, дали нам так спокойненько побродить. Да, без геморроя этого, блядь. Ну вот, халява закончилась. Опять этот придурок с нами будет сейчас ходить. Я в технобашне. Рипли, имейте в виду, там, куда вы идете, много чего неисправно. Но единственное, что сейчас проще, да, что я жду, мы можем от него хоть как-то отбиваться, по крайней мере. Заживись хоть какой-то огнемет. Кстати, реально, нам надо уже выпуск заканчивать. Давайте по приколу, знаете, что сделаем? Возьмем огнемет и этого придурка как-то приманим. Дебил, я здесь. Дебил, выходи. То есть, видите, один хороший залп по нему, и у нас уже 345, а было 500. То есть, 150, один залп по чужому, по сути. То есть, грубо говоря, у нас 3 выстрела таких нормальных, да? Ну, от силы 4. Не густо, не густо. У меня опять что-то фонарик не работает. Вы можете передать нам отзыв. Бля, у меня опять фонарик кончился, ну это пиздец, а. Блять. Да. Ладно, да, давайте, да, на этом, наверное, ребятишки наш выпуск закончим, а в следующем тогда. Ну и чё ты, блядь? Блядь, нахуй ты все, блядь. 265. Ну я жуть, это 4 залпа у нас где-то есть. А, я еще хочу его коктейлькой сейчас ёбнуть, а ну. Сука, где ты? Выходи. Выходи, хочу тебя еще коктейлькой ебануть, а? Да ты заебал, а? Ну! Ну! А, вон он, вон он.
Блин, круто, можно даже там его поджечь, да? Он там слюни пускал, а я его такой, та-да нахуй, блядь, да, такой. Сучарыська, блядь. Ладно, да, позанимались маленькой хуйней. Ну, в общем, да, есть огнемет, но проку от него немного, так как я же говорю, вроде бы 500 патронов, но там 4 залпа где-то там максимум этого хватает, поэтому особо не постреляешь. Но хоть как-то уже можем от него отбиваться, это радует. Хотя все равно я уверен, что в следующем выпуске мы будем 80% геймплея, или даже 90% это ползать раком и прятаться, да. Фух, ну в целом все равно дела у нас пошли получше, как ни крути, и это радует, да. Я вам, как всегда, ребятишки, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.